Я Валентин Томашевский, приветствую вас все на канале. Интересно, а фоли исправили описание? Это что первый навык бьет не один раз, а четыре. Давайте заглянем в клановые битвы. Посмотрим, что мне насыпало. Ай. Как посмотреть? Вот так. Можете посмотреть, кто чем бьет. И начнем забирать ящик. Это четвертый босс. Что из него падает? То есть из него падают пятизвездочные, но они такие все эпики довольно редко. Крит шанс, здоровье. Наверное, даже оставлю. Крит урон, здоровье. Такой, наверное, продам. Ну и бутылки постоянно падают. То есть понемножку, но все же дело такое приятное. Давайте посмотрим, что на арене. В истории, что там будет. Там кто-то меня скинул на 20 или на 30. Не знаю, сколько тут. У нас тут постоянное шевеление. Очков больше, чем 3200 или 3199, по-моему. Надо глянуть. Да, 3199 это максимум, что дают. Что я не понял, какие-то персонажи появились такие странные. То есть у него очков арены нисколько, а команда, то есть я вчера команду вообще тысяч, наверное, на 80, на 90, не помню точнее, видел, на которую даже не рискнул нападать, настолько там хороша была подборка между собой. Эти вот тоже 60 тысяч. Снять магию с них. Да, уже загадка. Получается 27 уровень, а полностью прокачаны, выкрашены, одеты. Не в топ-шмот, но отлично одеты. Дед в трусах? Что? Рея одним ударом мне практически секир башка сделала. 168 тысяч урона нанесла. Как они не сдохли, не знаю. Мясистые. Просили показать, как Юлиана. Давайте быстренько пробегусь. Так получается, что у меня как-то слишком много героев из священного ордена, поэтому не хватает для них, для всех бижутерии. Оружие. Шлем. Щит. Перчатки на крит шанс, потому что остальной шмот не позволяет собрать крит шанс нормальный. Доспех на атаку. И сапоги на скорость. Второй параметр подбирался такой-то. Атака, скорость, меткость. То есть навыки выкачаны до конца. Что не скажешь о талантах. Таланты только вот еще 73 красных свитка. Ну или в таком вот виде. Холодное сердце. Немножко не готова она к серьезным боям в плане защиты. Маловато у нее защиты. Если мало защиты, надо тогда больше здоровья. А у меня так здоровье средненько, а защиты мало, поэтому ее, в общем, не самая правильная эта прокачка. Для первого, второго, третьего босса, то в принципе не вопрос. На четвертом она может помереть до 16-го хода довольно рано. Шмот не очень сильный. В основном крит шанс, крит урон. Оружие. Шлем. Щит. Перчатки на крит урон, что позволило крит урон до 200 докачать. Доспех на атаку. Сапоги на атаку. Нужна скорость с крит шансом. Возможно. Колечко слабенькое. Лучше нету пока. Амулет на здоровье. Знамя вот выпало новое. Наверное, скоро одену его. Навыки прокачаны. Таланты вот такие. Вот лекарь. 202 скорости. Ну, не самый быстрый, конечно. Вот оружие без скорости. Шлем. Щит. Перчатки. Доспех. Сапоги из набора скорости на скорость. Как-то я такие нашел, не представляю. Кольцо. Ну, у меня колец, видите, вагон. Амулет на крит урон.
но ему, пожалуй, не надо. Но заменить амулет не на что было, и знамя. Знамя есть на что заменить, но для другого героя готовится. Навыки вкачаны до упора. Талант отличается от холодного сердца немного. Хотя, наверное, много, потому что она идет с этой стороны, где больше всякое лечение, щитование. То есть здесь бафы, здесь дебафы. Этель покажу издалека. Ничего на скорость ей не перепало. Перчатки крит урон. Доспех атака. И сапоги тоже атака. Амулет на защиту. То есть это третий герой из священного ордена. Навыки до упора. Таланты вот такие. Кто-то мне посоветовал, я так сделал, сам не выбирал. В данный момент пытаюсь развить робора. Довольно у него есть несколько интересных фич. Хочу попробовать их. Но качество шмота пока не позволяет ничего толкового сделать. В миссиях развития начались у меня эти миссии. 10 раз все подряд пройти. И здесь я гнездо паучихи 14 уровень не пройду. То есть мне надо развивать. Вот не знаю кого. Так что на этой миссии я, наверное, застряну на некоторое время. А вот к ледяному голему можно заскочить. Попробуем таким составом нового робора туда сгонять. Нам надо обязательно на автокомбате. И я ускорю, наверное. Выпали такие перчатки из набора защиты, но с простой атакой продам, пожалуй. Да, засчитали эту миссию, все нормально. Еще 8 раз просто пройти и все. Вот такие наборы предлагают. Дошло до них наконец, что можно, нужно делать на выбор. Ценообразование странное, то есть если синие осколки считать по доллару, либо по евро, если вы в другой стране. Здесь получается 10 долларов пойдет на осколки и 1000, и 9 долларов на 1000 кристаллов. Здесь 3 доллара на осколки и 6, даже 7 долларов на 500 кристаллов. Но серебро, по их мнению, тоже стоит очень дорого. Я так понимаю, что миллион серебра они рассматривают как где-то как 500 кристаллов. Соответственно, когда вы видите вроде два похожих предложения, но очень разные цены, то обращайте внимание, что серебро и кристаллы тоже стоят денег. И поэтому, когда их поменьше, то и выгоднее покупать осколки. Ну и покупать рубины, а за рубины уже покупать осколки получается невыгодно.
Друзья, подписывайтесь, комментируйте. Не забывайте обращать внимание, может вам какие-то комментарии нравятся, лайкайте их. Будем рассматривать эти темы. Всем удачи, пока-пока.